Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Вручение ключей апостолу Петру. Фреска работы Пьетро Перуджино написана около 1482 года. Расположена в Сикстинской капелле в Ватикане. В 1480 году Перуджино занимался росписью старой базилики святого Петра в Риме. Папа Сикст IV был доволен его работой и решил привлечь его к росписи к Сикстинской капелле в Ватиканском дворце вместе с другими флорентийскими и умбрийскими мастерами Боттичелли, Перуджино, Гирландая, Козимо Росселли, ну и другие. Фреска является частью истории Иисуса. На северной стене капеллы изображает фрагменты 16 главы Евангелия от Матфея, где Иисус вручает святому Петру ключи от небес, символизирующие власть отпускать грехи и впускать в рай. Фигуры на переднем плане организованы в две группы, выстроенные в плотный ряд, так что образуют подобие фриза. Главная группа состоит из апостолов, включая Иуду, пятый слева от Иисуса, окружающий Христа, вручающий золотой и серебряные ключи коленопреклоненному Петру. Вторая группа состоит из современников автора, включая самого художника, он пятый от правого края. На заднем плане изображены еще две сцены из жизни Иисуса, кесарю кесарева слева и побивание Христа камнями справа. Храм Соломона, изображенный в виде восьмигранной ротонды с портиками, доминирует в центре фрески и служит фоном для протекающих действий. Автор уделил много внимания проработке пейзажа, постаравшись создать у зрителя ощущение бесконечности мира. Прием с перистыми деревьями на фоне облачного неба и сине-зеленых холмов позднее был перенят и другими художниками, особенно Рафаэлем. Вот такое описание нашел в интернете, в Википедии, к работе Пьетро Перуджино, фреска «Вручение ключей апостолу Петру». Она находится в Сикстинской капелле, в Ватикане. Пока-пока, до свидания.